Если не через Лототрон, вы можете, ну, написать, например, так: количество участников разделить на 2, и вот кто выпадает, чей номер выпадает, зарегистрировавшийся человек, он и обладатель приза. Эту формулу можно как-то усложнять, добавлять какие-то там математически бывают длинные очень формулы, каким образом вычисляется этот победитель. А механика, в принципе, привлекательная для участников тем, что вот крупный приз, и он разыгрывается, и каким-то образом очень похоже на случайный, но все равно не случайный. Формулу невозможно сделать совершенно однородной, чтобы у всех был одинаковые шансы на то, что человек станет победителем, поэтому не случайно. Единственное, что возникает момент случайности, когда привязано к какому-то третьему фактору, например, курсу доллара. Можно разработать такую формулу, что в зависимости от курса доллара на определенное число будет выбор победителя. И это можно привязать к случайности, и поэтому вот формула, которая привязана к доллару,